Здравствуйте, уважаемые зрители! Ежедневно мы рассказываем о непростых судьбах популярных людей и знаменитостей. Все чаще нас сотрясают новости об уходе популярных актеров, певцов, режиссеров, тех, кто выходил на сцену ради улыбок собственной публики. Сегодня, в первый день октября, пришла печальная новость. Ведущий актер известных мюзиклов «Нордост» и «Дракула» Владимир Япчаник умер на 57-м году жизни от инсульта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Ефим Шифрин. Он был очень близким другом артиста. Япчаник являлся ведущим актером российских постановок и мюзиклов, среди которых «Нордост», «Красавица и чудовище», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание». Он также сыграл множество ролей в кино и телевизионных проектах. Алла Пугачева, Максим Галкин, Александр Градский уже высказали соболезнования родственникам.